І в нашу студію вже завітала Тетяна Комарова, тренер з йоги та майстер масажу. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку. Так, і ви вже можете побачити, що у нас на столах лежать такі пристрої, я б сказала, так, зубні щітки. Ну, ми сьогодні не будемо чистити зуби, ми будемо їх застосовувати саме для масажу обличчя. Але давайте для початку розберемося і нагадаємо, можливо, нашим глядачам, що ж таке фейсбілдинг, йога для обличчя, от по-різному її називають, от що воно таке і для чого? На самом деле, можно сказать, что и йога для лица, и фейсбилдинг – это, в принципе, одно и то же. Они дополняют друг друга, есть элементы, которые были взяты из йоги для лица, для фейсбилдинга, и на самом деле инструкторы йоги тоже используют некоторые элементы, которые придумали и, скажем так, разработали уже косметологи и действительно тренеры, большие тренеры фейсбилдинга. Это гимнастика, это просто гимнастика для лица, которая помогает всему организму с утра и не только с утра взбодриться и быть в форме. Тобто те, що ми буває робимо, просто там нахиляємось, присідаємо, гімнастика тіла, це ми для гімнастику для обличчя теж треба робити. Абсолютно точно. Скільки, можливо, от, щоб досягти результату, скільки треба займатися? Ой, я вам хочу сказати, що так же, як в спортзалі, ви займаєтесь, у вас є результати, ви не займаєтесь, у вас результати немного ще є, а потім потрібно займатися опять. Тобто це небольшая практика в течение 5 минут. Для нас, для дівчаток, це зовсім не складно знайти стільки часу для себе, щоб виглядати добре і при цьому бути бодрою. А можливо, якщо результату там хочете досягти тільки для очей, чи ми робимо гімнастику на все обличчя, чи тільки от приділяємо увагу там, наприклад, очам? Ну, от, прибрати ось ці от синяки, мішки під очима. От. Я поняла. Дело в том, что вы можете сначала разучить весь комплекс, выбрать его для себя, сделать его, ввести в тонус полностью мышцы лица, а после этого делать уже только по мере необходимости с упором на одну или на другую часть лица. Тепер, я думаю, актуальне питання для всіх. З якого віку можна починати займатися такою гімнастикою? Чи можна з підліткового віку, чи от таким от як ми там з 25 або трошки старше? З якого віку, щоб там, ой, у мене зморщичка там в 16 років, чи варто там щось починати робити? Я бы категорично не разрешала займатися гімнастикою раніше 18, а то й 25 лет. Чому? Потому что организм растет, организм еще строится, и совершенно не нужно его выводить в состояние сверх каких-то напряжений. Вот. Поэтому это уже для девочек, которым за 25. Ага, ось так. Ну, я ще можу сильно сьогодні не напружувати зранку, але я думаю, якщо починати вже з молоду, то вже так до зрілого віку, то можна не перейматися через якісь недоліки, там зморщички, це не буде їх видно, так? Абсолютно точно, их не будет видно, и все это можно, и все это само собой даже происходит, даже если ничего не делать. Конечно, если есть генетика, то здесь мы не победим природу, и если есть определенные на лице морщинки, которые нам кажутся, ой-ой-ой, что же это такое, как же быть, на самом деле это очень хорошо, это очень индивидуально, и поэтому мы очень отличаемся друг от друга, и, наверное, это здорово. Ну що, я думаю, вже варто починати, як ми обіцяли, що сьогодні будемо показувати гімнастику для обличчя, ось що зранку робити, щоб завжди виглядати свіжою, бадьорою, ну, не втомлено, навіть якщо або мало поспало, або багато поспало. З чого ми починаємо? Дело в том, что я хотела бы сказать, что сначала я бы очень рекомендовала, если еще наши телезрители лежат в постели, продолжайте лежать, еще пару минут это можно делать. Все можно. А потом вы, конечно, присоединитесь к нам. А первое, что нужно было бы сделать, это пробудиться. И пробудиться мы с вами будем пробуждаться через пальчики рук и ног. Ого! Даже если так. Вы в туфельках, это тоже можно. Итак, мы выпрямляем ручки и сильно-сильно, да, натягиваем пальчики на себя, держим, держим, держим до напряжения и в пальцах ног. Представьте, что у вас там по миллиону, и вы его никому не хотите отдать. Держим, 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 держим. Отпускаем медленно. Еще разочек напрягли. Сильно, 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 сильно. Держим, 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 держим. Отпускаем. Встряхиваем напряжение и делаем глубокий вдох через нос. И через губы выдыхаем. Выдыхаем на горизонт, отдаем полностью. Хорошо. После этого разогреваем ладошки.
Це щоб не дуже холодні руки було, да, напевно, для прав. Щоб не сильно швидко проснутися. Ага. Ні, на самом деле ми активуємо дуже багато точок на ладошках. У нас за ушками, два пальчика, за ушками є такий бугорок. І от на цей бугорок ми круговими движеннями вращаємо. 10 кругових з надавлюванням, з хорошим, приличним надавлюванням в одну сторону, 10 в другу сторону. Я сподіваюся, ви повторюєте за нами. І тепер у нас два пальчика. Два пальчика уха. Активно розтираємо. Активно, быстрее, наращиваем скорость, бегом, есть. Отлично. И делаем глубокий вдох, выдох. Губки сложили и на горизонт. Как можно дальше? И еще раз. Отлично. Хорошо. Закройте глаза и почувствуйте, как вы себя сейчас чувствуете. Наверняка вы понимаете, что у вас вытянулся затылок, удлинилась шея, разогрелись мышцы овала лица, и мы можем продолжать дальше. Мы снова разогреваем руки. Если нужно, можно похлопывать. Ага. И будем делать так называемый душ, пальчиковый душ. Угу. Смотрите, это контуры лица. Простой. Это я знаю. Да, вокруг губ. Угу. Идем от носа. Угу. Вокруг глаз. Лоб. Чи треба перед цим чимось мастити обличчя, там, приймами? На самом деле, для того, чтобы заниматься гимнастикой, вам нужен только душ. И все. Угу. И поехали наверх. Ого, еще и голову. Конечно. Затылок. Уходим назад, выходим вперед. И простучим грудную клетку. Стучим активно. Вниз. По ребрам. Еще. Абсолютно точно так и должно быть. И делаем глубокий вдох и длинный выдох. Еще раз глубокий вдох и активный длинный выдох. Дело в том, что вы абсолютно правы. Нельзя заниматься только одной какой-то частью тела. Нужно заниматься в целом. И как человек, который разбирается в йоге, в биомеханике тела, я могу вам точно сказать, что без работы диафрагмы, без работы мышц грудной клетки, заниматься шеей и лицом, ну, практически не будет иметь большого результата. Слухайте, ну а для чого нам зубні щітки? Позвонили, секундочку. Сказали, добре, чекаю. Мені просто цікаво, для чого. Ще не секундочку, ще некоторое время. Тепер непосредственно самі упражнення. Смотрите, щоб чоловік виглядав інтересно, щоб много інформації вокруг було, і ми могли вибирати цю інформацію, щоб жити інтересно, нам нужен яркий взгляд. Інтересний, естественний. Як це зробити? Ви берете указательные пальчики кладете над бровями, большие пальчики ноготочками кладете на нижнее веко. Ноготочками. Есть. И сейчас поднимаем указательными пальцами мышцы лба вверх, а большими разводим в стороны, такие лисичку делаем. Сильно сожмуриваем глаза и держим. Вы дышите, но очень сильно жмурите глаза. Жмурим еще, еще сильнее. Сильнее для себя делаем еще и еще. Держим, держим, держим. И мягко-мягко отпускаем. Делаем глубокий вдох. И выдох на горизонт. Еще раз вдох. И выдох на горизонт. Теперь поморгайте, посмотрите, есть ли ощущение, что у вас стали шире глаза. Есть такое. Замечательно. И теперь, допустим, синячки, отекшесть какая-то по утрам, да, вы проснулись или выспались, или не выспались. В общем, какие-то вещи происходят. Здесь мы касаемся нижнего века указательными пальчиками. Мы не давим, мы просто касаемся. Я сразу почала давить. Нет, это не здесь, это не в этих практиках. И вы очень сильно зажмуриваете глаза и поднимаете взгляд вверх, под потолок. Еще, еще сильнее. Итак, мы не надавливаем, мы слушаем, как дрожит под пальчиками нижнее веко. Дождитесь дрожания, это нужно. И еще есть, почувствовали? Подержите несколько секунд, я бы рекомендовала считать, всегда считать. Это дает концентрацию на упражнении и дает стабильный результат.
максимум мы можем держать здесь счет до 50. Ну, мы с вами продержали 20, и этого достаточно. Мягко отпускаем, делаем глубокий вдох. Я думаю, наши глядачи мають тримати до 50. Да, и выдох. Можно 3 подхода делать. Максимум 50 счет, 20 уже достаточный счет. И теперь поморгайте глазками, глубоко вдохните и на горизонт выдыхаем. Еще очень интересное одно упражнение для лба. То есть морщинки, это есть у многих, поэтому с этим стоит поработать. Мы 2 пальчика мизинчика укладываем под переносицу. Все остальные над бровями. Правильно, зараз. Есть? Так, есть. Хорошо. И сейчас очень сильно натягивайте кожу лба вниз, а взгляд подводите вверх. И так вы должны почувствовать свой лоб. Даже у роста волос сильнее. Это сейчас активное движение, да, вы можете перебрать пальчиками. Итак, мы надавливаем всеми пальцами, тянем вниз и держим 20 секунд. Вы уже держите 7, 8, 9, 10. Продолжаем удерживать активно, сильно взгляд вверх под лоб. Еще, еще, еще и отпускаем. Скажите, пожалуйста, что чувствует ваш лоб? Ви знали, що там є мишці? Да. А тепер точно відчуваю. Да. І ці мишці потрібно прокачувати. Діло в тому, що будь-яка мишця, вона крепиться на лице, вона крепиться кості, а потім уходить в кожу. И для того, чтобы хорошенечко это проработать, как любую мышцу, мы должны привести в тонус. Слушайте, я теперь відчуваю все свое обличчя. Да, и как вы его слышите? Треба працювати далі над ним, я думаю. Хорошо. Последнее упражнение, которое мы с вами сделаем, это шея и второй подбородок. Мы, к сожалению, компьютерные люди, мы все время в телефонах, в компьютерах, и вес головы вперед, и поэтому в любом возрасте появляется уже подбородок, к сожалению. Два перекрест укладываем на ключицы. Есть? Спина ровная. Давайте будем на вас давить. Хорошо, спина ровная, лопатки натягиваем вниз. И сейчас очень активно вытягиваем шею. Нам не нужно сделать так, чтобы затылок напрягался. Нет, очень легкий затылок, подбородком вытянулись. Итак, лопатки натянуты вниз. И сейчас улыбаемся без демонстрации зубов. Очень сильно, активно. Замечательная вещь. Я бы рекомендовала ее делать сначала в ванной комнате, а потом, когда уже все домашние привыкнут, можно и на людях. И после этого самое интересное, мы вытягиваем кончик языка и направляем его к носу. И так держим 20 секунд. Это очень интересно. И при этом нам нужно покачиваться вперед, назад, 10 раз, и потом в сторону 10 раз в одну, и в другую сторону. Я покажу, как это выглядит. Это выглядит очень интересно. Итак, уложили, вытянули подбородок, улыбнулись, кончик языка. І продовжуємо. Я просто уявляю ці картинок, що це я роблю зараз. Ну, я думаю, повторювати треба. Давайте вже до щіток перейдемо. Ну, це дуже цікаво. Для чого ж потрібна була волшебна щіточка? Для совершенно необычного массажика. Вы просто по тем же линиям, которые вы знаете, простукиваете. Почистила зубы, а потом почала для уборки. Ну, я думаю, это будет отдельная щеточка. Самая любимая какая-нибудь. Оцените ощущения, что вы чувствуете? Наче, вот так, знаєте, як голочки такі багато-багато. Да, именно. Треба оцим чи от... Ні, самою щоточкою. Самою щоткою, да, значить, я правильно роблю, да. Робимо масаж. І тепер ви закроєте глазки і зробите глибокий вдох, і розкажете мені о своїх відчуттях. Кладіть уже щоточку. Взагалі класно, я відчуваю, що в мене трошки хоч обличчя прокинулось, взагалі і сама прокинулась одразу, бо от зробила, да, дивіться, наче щось підтягнула, ну лоб точно, я ж так старалася. Думаю, вправи варто повторювати, дуже класно, зранку прокидаєшся і одразу відчуваєш, що ти не тільки сама прокинулася, ходиш ще яка, а от і обличчя одразу тонуюзувалося, якось поп, так. Друзі, повторите ці вправи, я думаю, варто. Їх скільки треба робити? По 5 хвилин кожного дня? Чи... Да, 5 минут ежедневно вполне достаточно. Я думаю, через тиждень вже можна бачити якісь результати. Діло в тому, що навіть після першого заняття, тільки якщо його робити, звісно, не 5 минут, а зробити його минут 30, ви одразу можете почувствовати на собі і побачити ефект.
А если вы уже натренировали мышцы, то этого 5 минут достаточно в день для поддержания. Вот, я круто. Ну, я точно буду повторювати зранку, бо я і перед ефіром, і прокинутись дуже легко. Тож, я нагадую, що до нашої студії сьогодні завітала Тетяна Комарова, тренер з йоги і майстер масажу. Показала нам методику фейсбілдингу або йоги для обличчя, як прокинутись зранку.